Сейчас вы посмотрите новую серию Пиксельмона. И если вам захочется посмотреть еще одну новую серию Пиксельмона в этот же день, то вы можете поставить лайк под этим видео и поставить лайк под тем видео, на которое вы сейчас видите ссылку на вашем экране. Если под этим видео наберется 100 лайков, и если под тем видео наберется 100 лайков, то есть на каждом видео должно быть по 100 лайков, новая серия Пиксельмона выйдет в ту же минуту. Дата выхода серии зависит полностью от вас. Все, что от вас требуется, это ставить лайк на новой, последней вышедшей серии Пиксельмона и на том видео, на которое будет появляться ссылка в этом видео. Ставьте лайки, смотрите новые серии Пиксельмона и всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В принципе, ребята, нам еще осталось немного так покемонов, приблизительно штучек так 37, нужно успеть, а то, в принципе, хотя хрен его знает, нужно успеть, нет, кто его знает, когда выйдет новая версия. Вроде они уже там пишут, что она находит уже в процессе там тестирования, но хрен его знает, вы знаете, что оно может и или скоро выйти, или вообще не скоро. Ну, в принципе, как всегда, да? Иногда не пишут ни хрена и выходит новая версия. Иногда пишут и что уже там они все делают, а версия еще не знаю, сами не знают, когда она выйдет. В принципе, ребята, сейчас давайте в компьютер можем поставить Slowbro, да, или кого его там. Нет, сначала. Так, там у нас босс. Фу, да твою ж. Где-то, вот, ребят. Много мы использовать телепорт не будем. А то, если честно, я уже захарился каждый раз, что меня выкидывает, и нужно перезаходить. Сейчас, может, пару раз используем. И все. Манал, я туда рыться под землю. Еще какой-то там засранец сидит. Я буду хрен его знает, сколько копаться за ним. Так. Давайте вот это все поставим в компьютеры, что у нас тут есть. В какие жопу компьютеры? В сундуки. Так. Это сюда не лезет. Давайте сюда поставим. Сюда, что мы можем засунуть. Давайте вот это. В принципе, уже так нормально штукенции, которых мы можем поменять на алмазы, да? В принципе, больше нифига тут нету. Сейчас, ребят, мы все-таки, наверное, будем Иви. Твою. Нет, Иви искать, да, будем все-таки Иви искать, там еще нормально так штучек их не хватает. Вот, пускай будет так. Ну чё, валим отсюда, ребята, куда-то в какую-то другую сторону, в леса, да, искать Иви, которая хрен ловится, да. Ну давайте, полетели, Пиджиот, ты там не тормози, давайте сюда. Поехали, так, кого у нас еще тут нету, кто тут есть? Хрен его знает, Ликитунга у нас нету, да, языкастого. Ну, в принципе, если увидим, то потом словим, да. Догрузись ты уже. Чё ты там тупишь? О, а так можно и что-то там увидеть под землей. Ладно, хрен ли там что-то увидим. Так. Чё тут есть? Ни хрена тут нету. Ну, хотя бы как... Воу. Так, ребята, опять выкинуло, опять этот покерадар со своими закидонами, твою мать, опять в игру не пускал. Нужно было его удалять, заходить в игру, чтобы он не крашился. Короче, сдуреть можно опять эти закидоны его, твою ж мать. Это уже видите, как я понял, это даже не из-за того, что мы много телепортируемся, да, а даже из-за того бывает, что просто он как-то не успевает, твою ж мать, прогрузиться, да, я просто-напросто летел на Пиджоте, летел, потом легендарный заспанился, да, там, и просто-напросто, пум, его приколбасило, короче, кишки наружу, и он крашнулся, и все. И твою мать, и нужно было перезаходить, опять удалять его, ну, как бы мод покерадар, да, чтобы пустило в игру. Потом нужно было отзывать Пиджиота, потом устанавливать покерадар опять, потом заходить опять в игру, чтобы он пустил покерадар этот. Твою ж мать. Ух, капут его приколбасило, чё-то конкретно. Давайте уже в новую версию 1.7.2 на Майнкрафт, да и все, не парьте мне мозги. Ух, капут.
Дуреть можно, эти лаги. Че, мне вообще сейчас покерадаром не пользоваться? ТП-хаюсь, зависает. Летаю на ком-то, зависает. Бегу просто-напросто вперед, зависает. Да ты вообще прикалываешься или че? Сдуреть можно, ребят, честно. Просто меня это уже нереально бесит, вот такая хренотень. То он пашет нормально, а потом его что-то заколбасило, и он нафиг крит его дает. Еще прикалывается что-то. Сдуреть можно. Еще и Рекваза там заспанился, да, как я понял. Ребят, короче, сейчас нам нужен Гроудон. Все, идем мы его искать, и пофиг, будем там сидеть. Ну, сидеть не будем, конечно же. Да идите вы в жопу, мячики. Ух, твою ж. Ладно. Идем мы поспим. Нервы успокоим, сдуреть. Эти криты, ух. Давайте уже новую версию, ребятушки, вы там не прикалываетесь, реально. Так, это сюда. Так, его ставим вот сюда, берем, кого мы берем, ребята, давайте берем Магикарпа. Прокачаем его. Все, погнали. А вот сейчас у меня вообще никаких... Ты че, вообще охренеть? У меня сейчас, если честно, вообще никаких идей нету, как мы будем перебираться. Я что-то уже приочковываю даже и тпхаться, и использовать вообще летающих покемонов, потому что сдуреть можно, он ни хрена не грузится, вот этот покерадар. Давайте вот так включим, чтобы его не плющило. Все, пускай так будет. Я бы установил Optifine, но он... О, там еще один покемон был, которого у нас нету. Зориарк или Зориарк, как он там называется. Вот Optifine я бы установил, а с Optifine еще больше колбасит, так как они в принципе не сочетаются или что-то такое. Да в принципе нахрена этот Optifine, если всегда криты только из-за покерадара. В принципе, если я удалю покерадар, то критов не будет. Но если я его удалю, то это вообще жопенция будет полная. Как мы вообще будем покемонов искать? Шайнюшка, иди сюда. Ребят, кто спрашивает, что такое шайни покемон? Шайни покемон — это тот же покемон обычный, но только красивее, и у него лучшие характеристики. Шайни как бы редкий, да? Ну, где он? Вот он, Нумел. Голубой Нумелок, иди-ка сюда. Зараза со своими ушами, дайте-ка мне ножик, я тебе, сволочи, отрежу уши. Давай, иди сюда. Так, ловим этого... Ужасного. Давай, залазь. Ужасный. Хотя бы ты тут не прикалывайся, твою ж мать. Давай, сейчас мы тебе загипнозим твою роженцию и твои ухи, чтобы ты тут не выкореживался. Капут, ребят, что-то столько у нас шайни поперло. В прошлой серии 3 шайни словили. Вот твою ж. И сейчас уже одного нашли. Ну давай, залазь, ты уже в ультрабол. Что тебе не нравится? Это ух, вот капут, вот вы наглые пошли. Вот вы наглые попёрли. Зал... Чё ты там дрыхнешь? Ну то чё ты выкобыливаешься тут? Точнее не выкобыливайся, а ты же кролик, да, можно сказать, выкроличиваешься тут. Давай, залазь. Еще сейчас и на тебе 30 ультраболов потратим. Во, наконец-то. Ну, что-то мне уже 38 раз уже показывает, что 70% покедек заполнен, но каждый раз всегда 30%. Ну как бы одна и та же хрень, да, мы ловим тех покемонов, которые у нас уже есть, да, но просто мы находим шайни. А шайни, конечно же, можно сказать, лучше, чем обычные, потому что они шайни. Они редкие, они как бы красивее, и у них лучшие характеристики, можно и так сказать, да. Так. Кого у нас нету, кто есть в пустыне? Походу, вроде никого. Тропинч, или как его там, Хренинч у нас есть, как он там называется. Диглет есть, конечно же, Ларвеста есть, Магмар есть, Корова есть, вот та милтанковская. И, в принципе, тут больше никого такого нету. Кто тут еще есть? Ну, Нумел у нас есть, да, мы тоже его прокачаем. Камерупта. И в принципе все, тут больше никого и нету. Кого мы можем словить в
пустыне, кроме Граудона, конечно же. Вот этот чё-то зараза не хочет никак спавниться. Уже 10 мил заспавнилось, а он не хочет. Так, 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 так. Ладно, давайте попёрли тогда мы в лесы куда-то за грибами. Точнее, за Иви. Нам еще нужно где-то штук так 3-4 половить. Только на эту тварюгу Иви нам нужно штук 300 ультраболов, а то она вообще ни хрена не хочет ловиться. А ну, давайте попробуем тут эту технику поимки легендарного. О, да, там Шайни заспавнился и сразу же испарился. Ну давай ты там, колбасься уже. Давай. Твои уж там Шайни заспавнился, но вот такими... О. Босик. Где вот этот Басяндра? Сейчас мы его забабахаем. Да не тебя мы забабахаем, а тебя, босс. Так, отлично, один, в принципе, один алмаз, да. Алмазы нужны, конечно же, нужны. Ну чё ты там, давай, колбасься. Вот реально, вот так они спавнятся. Очень как-то. Да, в принципе, так даже если кто-то заспавнится, сколько там боссов заспавнилось, и типа они просто-напросто переспавниваются сразу же. Как мы их вообще сможем ловить, если они так сразу же переспавнивают? Ну. Ух, ни хрена себе. Ладно, не будем в этим... Этим, ладно, полетели мы куда-то вот сюда. Так. Ладно, летим сюда, ребята. О, покемон. О, еще один покемон босс. Давайте, наверное, все-таки на этого, так как этот или в земле. И... О, это кто там? Это... Нет, показала Шайни, но в принципе. О, этот не в земле. Сейчас мы тебе. Да иди сюда, вот. Давай, хотя бы там сколько алмазов дай нам. Один алмаз. Вот жматяра. Дигрит жматяра. Так, ладно, давайте еще вот этого. Кто у нас тут? Мэджикарп? Ну кто же еще? Конечно же, Мэджикарп. Так. Его сейчас. Два алмаза? Нормально. Нормалек. Так, ну чё? Давай, иди сюда, что ты там запхался, пиджон. Вали, давай, валим отсюда. А то нас сейчас Мэджикарп еще закусают. Давайте в леса за грибами. Давайте, побежали вот в эти леса. Сдуреть можно, ребят, у меня тут такая жарища, что я сейчас просто кишки нафиг наружу выскочу. Уже почти что 40 градусов тепла, я тут сижу, парюсь. Сдуреть можно. Извиняюсь, если немного есть шума, то у меня тут вентилятор шумит. Просто я уже тут такой сижу, закумаренный. Вот с этой жарищей капут. Сдуреть можно, честное слово. Я не знаю, как там в России, как там в Украине. Фиг его знает. Тепло, холодно. Но тут уже такая жарища, вы себе не представляете. Что я уже не представляю. Если это начало лета, тут уже такая жарища. А что потом? Ближе так. Подальше, да? Точнее. Кто у нас там прописано? Иви, да? Реально, ребят, тут уже почти что под сорокетку уже есть. Ну, как бы тепло, что... Я дома сижу, тут такая жарища, что я уже не выношу. Вот как раз Иви сейчас подтвердит мою историю, да? А на улице там вообще дурдом, честно. Ну, чё ты, Иви, иди сюда, опять чё-то... Что ты прилагиваешь, сейчас опять покерадар выкинет. Ну что ты, Иви, мелкая зараза, иди-ка ты сюда. Сейчас Иви, наверное, все-таки перезайду, а то реально прилагивает. Да иди ты! И тебе я уши отрежу, если будешь тут... Да, лаги. Или что это? Залазь в ультрабол и не прикалывайся тут. Давай, залазь и идем по грибы дальше.
Давай, ушастая. Да хрен она залезет, ее или уговаривать нужно полчаса, или просто хрен его знает, уши реально отрезать, да и все. Задрала. Эти Иви. Вот лагает. Это Иви виноват. А кто же еще, если не Иви? Иви. Ух, не заставляй мастербол использовать на тебя, зараза. Конченая же ты, Иви. Ну че вас такие же родили, тварюк? Такая Ливи, сейчас мы ее. Ну че, ну все, ты там дрыхнешь, ну давай, залазь, ну давай. Ее уговаривает уже, ребят, это Иви, ее только так, вот видите, не лезет. А давайте сейчас ее немного погипнотизируем. Или тебя вообще, тварюга, напоить нужно, ты сама залезешь, ультрабол. Колдин. Давай, зараза, залазь, зараза, Иви. Я так понял, на тебя, заразу, нужно мастерболы покупать или что? Кто это там плавает? О, как раз тентакул нам нужен. Тентакул нам нужен. Да ты чё, ты просыпаешься? Ребята, я, короче, буду использовать на эти Иви мастерболы. Нам еще там осталось 4-5 Иви. Используем 4 вот эти мастерболы на Иви. Да и все, пошла она в жопу. Ребят, я на одну Иви трачу по 10 ультраболов. Давай еще попробуем. Лофбол, френдбол. Ну давай, будь моим другом или иди в жопу, или иди в мастербол. Выбирай. Да, и все, иди в жопу. Все, иди в мастербол и не манай мне нам тут мозги, все. Давай, залазь и иди нафиг. Сейчас еще и с мастербола вылезет. Она такая, это Иви такая. Так, ребят, я чё очкую тпхаться, если честно. Если оно тут уже так немного прилагивает, я сейчас тпхнусь, нахрен выкини, да и все. Ну, тпхнулся я, ребят, домой, но у меня там залагало, я перезашел, и меня обратно сюда тпхнуло. Хрен его знает, что с этим покерадаром, ну, вот ты, Виви, привычек набрался тоже выкобыливаться тут. Ладно, давайте сейчас убьем вот этого покемона-босса, где он там, кто это вообще? Кто это вообще? Давай. О, да ну нахрен! Да сколько вас тут спанится? Мью, Райквас и вот этих Кьорджев. А Гроудона вообще ни хрена нету. Гроудон, ну ты вообще скотина. Ну Гроудон, ну будь ты... Ладно, и побежим вот так, а то я манал опять... Ну не то, что я манал, просто она опять выкинет, и хрен его знает, что она там вообще думает. Ребят, еще один легендарный покемон в воде заспавнился, который у нас уже есть. Которого, в принципе, нам ни хрена нафиг не нужно. И... Вот, сам ты напал. Давай, все, валим его. Вот, ну, один... Алмаз. Вот так. Ну и где ты? Ну и где ты? Главное, не выкинь сейчас. Ну, короче, он где-то там плавает, но... Где-то там плавает, да, не будем его сейчас искать, просто нет смысла, ребята. Перезашел, вот заспавнился, капут. Или где-то он вот... Ну, в принципе, ладно, пофиг. Пофиг на него, ребята. Если бы он шайни был, да, другое дело. Ладно, валим домой. И ух, если ты сейчас выкинешь. Нет. Я уже думал, да. Сейчас ты опять что-то. Ребят, давайте новую Пиксельмон. Ребят, давайте дружно все попросим. Давайте новую версию Пиксельмона. Капут. Что-то я уже так хочу поиграть. Считайте, она еще и на версии 1.7.2 будет. И я, наверное, ребят, если она выйдет, ну, когда... Ну, хрен его знает, ребят, честно, еще не знаю. Когда она выйдет, да и все.
Будем ждать, надеяться, что выйдет в скором времени. Если она, конечно, в принципе, так выйдет. Эх. Ладно, так, чё дальше? Magikarp, один уровень остался. Давайте опять идем в пустыню. Прокачаем уже Magikarp'а. Шайни, да. Может и Кьюорд заспавнится. Нужно сейчас там тусоваться, ребят, потому что нам приблизительно не хватает 50 алмазов. Да, у нас Кьюбона вроде нету. Или есть. Вроде нету, да, вроде нет. Вроде нету. Ну, Кьюбон, ну залезь ты. Ну ты же такая милашка, да, маленькая такая, костляная. Давай залезь, да и все. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Скоты мелкие. Ладно, я пошутил. Залазь. Ну залазь, ну пожалуйста. Ну залезь. Ну залезь. Ну. Не, а сейчас не вылазь, не вылазь, не вылазь оттуда. Не вылазь. Ну пожалуйста. Ну оставайся там. О, отлично. Уговорили. Так. Ну чё, побежали сюда, потопали дальше. Вот, это. Нет, это босс, показала Шайни. Ладно, давайте как раз сейчас Magikarp'а прокачаем. Давай, кто там? Ну кто же там, Magikarp или Гулдин? Magikarp. Ну все, давай, зато сейчас наш Magikarp эволюционирует. О, два. Нет, еще не эволюционировал, вот ты. А там... А, нет, тут уже у нас есть, то есть... Ладно, ребят, это все мы продадим, и у нас, в принципе, уже не будет так хватать где-то 50 алмазов, я думаю, может чуть-чуть больше. Ну, как раз, если мы купим алтарь для Забдоса, да, то есть мы его сможем потом словить, я так думаю. Вот то, что Кьорджия. Нет, не Кьорджия, Кьорджия у нас есть. Гроудона нету. А вот как раз он очень нужен, так как, в принципе, мы его никак не купим, да, только если он заспанится. О, ты какой уровень, отлично, иди сюда. Сейчас как раз может наш Magikarp надумает там прокачиваться, что ты там рыбосонная. Нет, еще не надумал. А вот если вот этот, вот, да иди сюда, ну что ты улетаешь? Я только поговорить. Как дела? Ну иди сюда. Ладно, не хочет он с нами разговаривать, иди в жопу. Так, ну что, побежали назад, потопали. Реально, Забдоса мы, в принципе, заспанить как-никак сможем, да, с помощью алтаря, которого мы купим. О, тут уже копали, да, копали. А вот... О, отлично, еще не испарился. А он, походу, летающий, так как он валит как... Как бешеный куда-то в сторону. А, нет, ну давайте, все, убили. Напали, да. Отлично. Ну что, давай, дай ему. Ну, давай, все, надумала сонная, дохлая рыба, тухлая. Давай, все, эволюционируем. Нормального такого. Здоровелу, давай. Ну давай же. Быстрее чуть-чуть. Давай, расти. А то там у нас просто еще один покемон-босс был, который уже, в принципе, напросто куда-то исчез. Как? Нет, он еще там, ребят, если успеем. Чё бы выкинуть? Ну, о, да нахрена выкидывать, если у нас тут... Ух, отлично. Ну чё, давайте нападаем. Давай, иди-ка ты сюда, отлично. Еще успели и этого. Отлично. Ну чё, тут сколько? Два алмаза? Отлично. А чё, мы уже сразу все подняли или оно выпало? Нет, поход подняли. Так, ребята, ну чё, давайте все-таки на этом уже заканчивать. В принципе, нормально так прокачали наших покемонов. Вот как раз вот этот шайни. Отлично. Ребят, давайте на этом уже заканчивать эту серию. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.